Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Валерон Скиер. Сегодня у нас обзор скейт-парков Завидово, All Right Park Company. Нас пригласили потусить в акваторию Завидово. Здесь катаются в основном на водных видах спорта. И недавно тут построили вот такой вот свежий бетонный парчок. Мы попали сюда случайно. Думали, что он еще не построен, либо недостроен, либо вообще-то в другом месте. Ну и к вашему вниманию сделаю небольшой обзор. Мы взяли с собой на всякий случай ролики, потому что где-то на пляже есть еще мини-рампа. Но думаю, мы еще и обкатаем этот парчок. Непонятно, запущен он или нет. Вокруг стройка. Но выглядит довольно симпатично, но он очень маленький. И фигуры, как видите, супер короткие. Вот здесь есть два таких рейла переносных. Вот так выглядит парк с разгонки. Есть тумба. Такая вот гранька есть. Анюта уже обкатывает. Ну, как-то так. Вокруг здесь, кстати, есть памп-трек.